Друзья, всех приветствую. Кто участвовал в эфире, буквально только что закончился эфир. В поддержку розыгрыша номер 8. Разыгрываем эту гармонь. На нее мы уже все, значит, участвующие собрали. И в этом розыгрыше, не знаю, к сожалению, к счастью, просто по факту, как есть, как мы решили поэкспериментировать, участвуют только те, кто собирал. Кто участвовал в сборе? Нас 30 человек. И этих 30 человек, всех вас я приглашаю оставить комментарии под этим видео, среди которых мы потом выберем победителя. Ну, как звучит эта гармония, вы уже, конечно, все слышали буквально только что в эфире. Ну, еще лишний раз. Не буду растягивать сильно это видео. Это у нас коротенькое, чисто для розыгрыша, чтобы выбрать победителя. Давайте так. Оставляем комментарии. Всех вас я запомнил. 30 человек не так много. Оставляйте комментарии, которые, как мы договорились, значит, время на чеке. Пишите на своем, в общем. И, ну, можно, кроме этого, еще каких-нибудь пару слов от себя, что угодно. Что в голову придет. Вот. И давайте, ну, думаю, долго не откладывать. Я посмотрю, когда все соберемся. Я думаю, до завтра, до, допустим, ну, давайте до 18:00, до завтрашнего числа, то есть до 22 июля. В общем, и в эфире, и выберем победителя. Так что всем удачи. Всем удачи. Что еще забыл? Ничего вроде не забыл. Жду вас завтра в 18:00. До завтра не забудьте оставить комментарий. Всем фарта!